кому больше всего Дмитрий, который приехал из Сталинграда в Калугу, в Калужскую, 1000 километров, все сделал, приготовил и опять уехал назад. Вот вообще какой народ в России? Купят Россию. За что? Когда такие люди есть. Так, вперед, провожаю. Сколько же она длинная? Сколько она длинная? По-моему, все уже. На проезжую часть тоже не выйдет. Он сейчас бок откроет. Он бок откроет. Все. Бок откроет. Ну, это он так сказал. А как? Ну, а почему нельзя дальше? Нельзя на проезжую часть, как он выйдет. Хорошо. Все. Простите, я думал, вы с аппаратом. Вчера хотел беседовать город с аппаратом. Мы уже или дальше некуда. Так, выпускаем, сейчас открываем. Видите, народ собрался. По милости Божьей. Я еще каждую строчку пишу, не доверяя тому, что раньше уже наложили. Перепроверка. Просьба нигде ничего руками не прикасаться, другие книги, потому что у меня на пути стоит. Еще у меня на один год осталось, на 15-й. Это внутри России. И все. Радости, сладости кончились. Ну, к этому времени Господь усмотрит что-то. Вот вчера ходил, узнавал. Вот до этого осенью ходил, одна книга, 1000 экземпляров, вот стихи хотел издать, 346 рублей. А сейчас пошел 1500. В 4 раза больше цена повели. Одна книжка только издать. Поэтому я должен продавать ее минимум как за 3000 одну книгу. Не бери, это не хлеб, а это как раз и есть хлеб. Вчера уже по организациям, ну только искать кто, для кого 1000, эти ничего не значат. Хотя бы по 1000. У меня 4 тома по 800 страниц. Проповеди в стихах. Я сердцем чувствую, что эти книги нужны. Это не праздное, не шелест платья, не шелест листвы. А как к Богу прийти? Так, кто-нибудь помогать может, надо что-то? Нет. А может, ну не так, как крутили. Звучит, да. Проще будет. Тут недолго. Так, ребята. Вот прям сюда будем подавать. Что-то. Так, наверное, палку какую-то надо. Вообще это открываем. А, я не, может быть, механически это все? Или как? Так. Сейчас все увидим. А? Сейчас все увидим, сказал водитель. Удочку терпения. Ну ладно. Это же... А фото помочь? Потому что один ходит, а здесь все рассмотрят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ошибся. Не 10, а 7. А там еще? Внутри? Ну вот, сколько там? Внутри, ну трое. Трое? Смотри, смотри, как он. Оп. О, я такого не видал. В коммунизме так будут, натянут на столбах. Открывало, и одно на всех одеяло будет. Которые женщины спят старые, рваные щелки, а которые новые, молодые. Хорош! О, обнаружилась тайна! Так, ребята, пошел. Просьба, разговоры прекратить, это мне мешать будет. Ты не посмотрел, сколько вот объем-то? Так, готовимся. Грузимся. Стойте же точно. Давайте сюда, наверное. Что там за друзья? Вот пока загрузили, вот этот объем. Там вообще немного, может даже два-три ряда больше не делать. 2-3 ряда больше не делайте. Я подавать буду, можно? Для этого спина не болит, это мышцы нужны. А что там, принимать там будет сейчас? Так. Принимаем. Тогда я буду вообще спать. Герой. Еще лучше будет. Все, я прямо взял, оставлю. Поехали! Хорошо, у тебя всегда сыто, а потеть не надо. Боже, маленький.
13, 14, 15. 17 и 15. Так. Потом маленько мы его уберем. Так, это так, подожди. Давай, что там есть? 17, подожди. Ну, это берем 17, 15 и есть. Я вот записал уже. Так, 2, 1, нажай. 2. Передай его. 2, 1. Теперь бери вот этот 18-й пара. Два. Три, четыре. Веревочки сдвигайте тут. Пять, шесть. Так, семь, восемь. Так, Сережа, на улицу сходи, обойди вокруг. Все это посыпает. Семь, восемь. 10, 10. Все, вот столько загрузили. Да. На фоне машины, кажется, Не видно. Давай, а то это тяжеловато. Я лучше два раза повернусь. Китайский метод. Так, это Смирнягин 14 передал. Все, понял. А ты видишь, помощь поступает где? Теперь с шофером я рассчитываюсь до конца. Подождать надо. Потеряй. 15. Единственный том, который не хватило. 500 рублей, дайте. 1500 вам скидка. Ты ему скажи, когда он приедет, я все это верну. Все, все. То есть 4, 5. Потом, когда приедет, мы его вернем оттуда. Я ему. Это же другой дело. Нет, тот же. Тот же. Я полторы скину ему еще на бензин, чтобы пополам ваша скидка. Здорово, я это мало ли еще будет. Когда будете подъезжать, только и Николай уведомите, и тех. А разгрузить надо так. Мы и не последний раз к вам пока обращаемся. У меня еще на год книги. И все на этом. Сладости, радости кончены. Еще нету. Ну и так разгулялись по всей стране. Что за джентльмен? Да, из-за границы. Ты ему говорил наш маршрут-то? Да. Если Господь благословит. Внезапно открылась через Турцию. Такая беда с Украиной. Вообще подойти нельзя. Сожгли таможню, говорит, вообще никого, никакого пропуска нету. Сейчас одна, говорит, я ездила туда к дочери, что ли. Так туда доезжаешь, машину бросаешь, и на их там такси дальше езжай. Мужчина от 16 до 60 лет вообще вход закрыт, если нет родственников. По-моему, в Украине там делать нечего сейчас. Там война идет. Они, по-моему, круто взяли за это дело. Ты им самим от этого страдать придется. Так и будут страдать. Куда делать? Ну, конечно. Турция, наоборот, открыла. Никакой визы не надо. Газет, что? Так, это. Я сейчас стою-то. Шофер где-то подождет, я ему сейчас бумагу выпишу на дорогу. А, да. Газет это. Перегнать туда, назад. Бумагу вот такую отдаю, посмотрим. Сгодится?
Ну, дайте покажу. Сейчас, подожди. Ну, то, что написали, как есть. Годится? Да, дорогой. Все, пошли шопера дадим. Ну и как, скажи, сделали принтер, новый принтер. Ну, всякую пакость натолкали, три программы надо прокрутить, пока дойдешь. Я ему запасу там на то. Ну, нормально, так. Прошу прощения, новый принтер поставили, столько программ. Посмотрите, ага. Годится, нет? Я запас дал две. Прочитайте. Да нормально пойдет. Зарегистрировано, все указано, что это официальная организация. Пойдет? Пойдет, конечно. Да пойдет, что? Пойдет. Ну, как мне показали, так я написал. Да, нормально. Еще нет. Вы одну в одно положите, а другую где-то, чтобы рядом была, которая за дорогу трепать. А то мало ли, мы сделаем несколько копий. Бывает, забудем. Нормально, нормально все. Ну, благодарим вас. С юридической точки зрения, это Филькина грамота. А из Барнаула? И так подъезжать. Ну, потому что нотариальная должна быть заверена. Доверенность. Еще дадим. Нотариально доверенный, это тогда доверенность, а это так. Маленький наказ, когда будут снимать, они перекрутят, чтобы веревочка как раз сползает. Ну, должна же как сопроводительная должна быть фактура. Типа, это типа фактуры, наверное. Будем молиться о вашем. Фактура — это конкретное, знаешь, что такое фактура? Это конкретное перечисление товара. Это будет фактура. Это мы едем по сторонам. В Анкару. Вы участник большого дела. Всемирного масштаба.